Раскопки во дворе уже порядком надоели жителям многоэтажки по улице Димитру. Ремонт теплотрассы, по их мнению, слишком затянулся. Вот эта вот грязь, вот это вот, ну кому это? Это понятно, что очень неудобно. Детям вообще гулять негде. Завалили всю площадку, завалили нам всю парковку. Поначалу работы шли очень бойко и продуктивно. Жители только радовались. Зимой и тепло в домах будет, и перебоев с горячей водой удастся избежать. Однако на полпути все замерло. Люди забеспокоились. Скажите, пожалуйста, когда будут закончены эти работы? Мне вот дали график. Последняя дата стоит 9 октября. Это уже вывоз мусора. Задержку по срокам в предприятии тепловых сетей объясняют несвоевременной поставкой необходимых стройматериалов. Но уже сейчас причин для волнения нет, заверяет директор УАО ПТС. До начала отопительного периода все работы там будут закончены. Соответственно, жители, которые там находятся, не должны переживать с точки зрения организации отопления и горячего водоснабжения в отопительный период. А горячее водоснабжение мы там, в принципе, не прекращали. Там был временный трубопровод проложен для того, чтобы там все были с горячей водой. Подвижки в ситуации начались после вмешательства городских властей. Первый заместитель главы городской администрации Владимир Василенко несколько раз выезжал на место проконтролировать ход работ. За эти безобразия, которые были по этому объекту, подрядной организации будут применены штрафные санкции в полном объеме, как к юрлицу. В первую очередь к началу учебного года закончили работы в школьном дворе. Сейчас приступили к следующему участку. Переключились с временной схемы на постоянную. Работы вышли на финишную прямую. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков. События.